Итак, продолжаем второй сет работы с шейно-воротниковой зоной. Если помните, мы первый начинали отсюда сет, да, и переместились вот сюда. Стойку, значит, какую принимаем? Вот это вот очень важно. Принимаем стойку, вот это все из бабы цигун взято. Вот такую свободную, слегка согнув колени, да, и слегка на них вот так вот пружиня. Вот, потому что мы будем переходить немножко с левое плечо, правое плечо обрабатывать. Для этого мы будем просто переводить весь тело на эту ногу, да, а тут на пяточке, не видно, да, наверное, а тут на пяточке разворачиваться. Вот, работаем с этой стороны. Посередине нам надо раз, или посередине, работаем с этой стороны. С этой стороны нам надо, да, подойти, разворачиваемся вот так. Вот, запомнили? Так, разворачиваемся. А по сути всегда наши руки находятся напротив центра дантяни, вот здесь. Ну, нижняя часть живота, грубо говоря. Самая активная рабочая зона. Итак. Ос. Встали напротив. Вернее, закончили предыдущий прием, да? Когда мы делали эполеты. Решили его здесь. И теперь обрабатываем половинку вот эту, например, да? Вот я перехожу, меняю позу. И растираю только эту часть до конца. Даже затрагиваю плечо. После растирания захватываю прищепкой, как бы вот между вот этими пальчиками, да, мышцу, трапецию, и ее в стороны развожу. Первый способ — это вот так, резко друг против друга. Снимаю лучше с этой стороны, чтобы было видно самую мышцу. Вот, я трапецию захватил. Размял ее так. Второй раз я одним пальцем упираюсь снизу, да, а другим продавливаю сверху, растягиваю ее вот в эту сторону. Третий проход в противоположную сторону. Вот так всю мышцу, да. Четвертый проход целиком я захватываю и растягиваю. Растягиваю. Даже можно повернуть немножко голову пациента нашего. Вот, растянули. Перешли на другую сторону, поменяли ноги. Растирания должны быть такие достаточно энергичные, быстрые. Если заметите, то во время растирания, вот, кстати, тоже очень важно, попробую заснять меня с той стороны. У меня одна нога расслабляется полностью, это вот касается эргономики. Так что трясется ягодица. Таким образом мы, то есть ягодица той активной руки, которая действует. У нас одна рука будет вот в этом движении активнее другой. Соответственно, переходя вот сюда, да, я это бедро немножко освобождаю, скрепощаю. Движение где-то бедра. Это мне говорить не смогу, к сожалению. Но постараюсь понять, насколько расслабляется ягодица именно с той стороны, с которой мы работаем. Видно, что она там трясется, да? И с этой стороны показываю, я встал, да? Для чего мы это делаем? Потому что весь процесс массажа — это практически для нас, для самих тоже фитнес и тоже некоторая подготовка. Если у вас проходит по 10-15 человек в день, то вы закостенеете. У вас постоянно в согнувшейся позе будет болеть поясница, да, будет болеть и дальше нервы, чем лень бывает. То есть вот эта тряска, вибрация, да, мы сами себе расслабляем вот эти вот седалищные нервы. Ничего в этом смешного нету. Потренируйте, да, попробуйте. Это попробуйте, знаете, как потрясти обоими ягодицами, ну как в танцах, знаете, как он там называется? Твейк? Тверк. Тверк, точно, да. Девушки трясут, да? Обоими ягодицами. Теперь на одну ногу вес переносится, да, и трясете одной, потом другой. Вот. Ну, не знаю, надеюсь, на камеру было видно. Вот, значит, мы с этой стороны, еще раз показываю. Прошлись растиранием, да? Дальше прищепкой. Прошлись всю мышцу вот так вот. Первый проход, да? Второй проход. В одну сторону. Загибаем всю мышцу в одну сторону, проходясь. Еще раз. Как можно ближе от черепа по всей трапециевидной мышце до места ее крепления. Вот до сюда. Естественно, стараюсь отвести ее от костей и от центра к периферии. Вот, второй проход, третий проход наоборот, руки у нас захватывают
Ну, можно пальцем. Если так, так просто виднее будет, да? И четвертый проход, это всю мышцу мы берем и растягиваем. Далее я уже стою ровно относительно оси нашего человека, да, и обе мышцы трапециевидные растягиваю. Завершаю движение в месте крепления, вот в этой ямочке, да, проработав эту точку. Дальше прием называется крылья ангела. Большим пальцем продолжаю обходить косточку, вот эта ось лопатки, вот она. Она такая немножко на квадратик похожа, да. От нее отделяя вот эти все мышцы касательно плеча. Как бы вот рисую вот такие вот перышки. Обхожу всю лопатку. Вот, если смотреть на рисунок, он похож на крылышки, как будто бы я нарисовал, да? И встал опять вот в эту позу. Вернулся. А они автоматически в кулаки и руки сжались, да? Потому что сейчас я буду разводить трапециевидные мышцы от вот этой холки. Особенно тех, у кого большая холка, это очень полезно. Прям впиваемся рядом с позвоночником, но ни в коем случае не на сам позвоночник, вот рядышком прямо, да? И отодвигаем вот туда. Можно по очереди делать. Вот, глубокая достаточно работа. Мы уже вместе. Далее кулачками прохожу вот так вот мимо лопаток, потому что тут уголок, по уголку будет больно, да? То есть я вот провел мимо, раздвинул руки и гребнем вот этих вот костяшек своих, да, провожу вот такие вот полосы на человеке. Он часто бывает заметно. Этот прием называется «Рисуем еврейский канделябр». Почему канделябр? Потому что вот это мы нарисовали основание, нарисовали стержень, на котором держатся свечи, и дальше нарисовали вот сами подсвечники. Их 9 штук у них обычно по количеству сефирот. Вот это все из Торы там у них как бы берется. То есть по 4 пальца с каждой стороны, да, и большие пальцы вот как бы ведут по своим осистым отросткам. Дошли до подвздошных костей, вот где они, да, уперлись с них и вот так вот потрясли, растрясая наше соединение позвоночно-крестцовое, вот это вот соединение, растрясаем его. 2-3 прохода таких сделали, и на четвертом проходе мы зажигаем свечи у этого еврейского канделябра. Еще раз, основание, стержень, подсвечники, уперлись в крестец, да, и вот как бы большими пальчиками так зажгли свечки. Все они загорелись. После этого большими широкими движениями стираем весь этот наш рисунок, все наши художества. И руки очень удобно встают в позу. Вот видите, я уже наклонился совсем, присел. Встают в позу. Работа с трапециевидной мышцей, когда мы ее будем растирать энергично основанием, ой, вот этой частью ладони. Потом всем предплечьем, да, вот для того, что поднимаю ее вверх, видите, плечом, локтем, мы ее поднимаем, еще выше, вот подробно показываю, о, вот так, прямо на срыв. Этот прием называется «Запускаем ракеты», то есть вот представьте, что у нас как будто бы тут ракетные установки стоят, да, вкопанные в землю, и вот ракета пошла первая, вторая пошла ракета, С-15, С-500, прошли ракеты, и на этом мы поставили руки вот обратно вот так. Закончили сет номер 2. Далее смотрите следующее видео, где мы расскажем продолжение работы с членом вертиковой зоны, сет номер 3.